Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы забежали ко мне на огонек. Сегодня у нас очень простой и вкусный кекс. Здесь я яйца взбила с сахаром. Видите, до такой красивой массы. Чтобы вас не задерживать, яйца с сахаром умеют взбивать все. Добавляем растительное масло. И аккуратно размешиваем. Мука, рыхлитель, щепотка соды и рыхлитель. Так, все это добавляю. Я добавляю немножко сока лимона, так как соду я не гасила. И все это хорошо перемешиваю. Очень аккуратно. Наше тесто готово. Смотрим, чтобы не было ни размешанной муки. Как всегда, технология и рецепт под видео. Берем форму. У меня вот такая керамическая. Переливаем наше тесто в форму. Дальше добавляем любые фрукты. Все тесто я сюда добавила. У меня это вишня. Можно добавить прямо из морозилки замороженные ягоды, например, смородину. Мы их немножко так утопим. Вот так. Все, выпекаем. 170-180 градусов, в зависимости от вашей духовки. Примерно 45-50 минут. Вы же знаете, что я всегда подготавливаюсь. Все рецепты у меня проработаны. Вот что выходит. Это в готовом виде и вот в сыром виде. Так, что-то немножко неаккуратно. Очень красивый, нежный, легкий такой. Просто исключительный. Давайте мы отрежем кусочек. Вот такая красота получается. Очень ароматный кекс. Посмотрите, какой он красивый. Желтый. Пахнет как. Просто невероятный. Всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Смотрите, какой он красавчик. Так и хочется его. Сейчас я для вас сделаю фото. И мы пойдем пить чай. Видите, как оно красиво. Всем пока. И до новых встреч. Вам видно, какая у него замечательная структура.